Здравствуйте, мои дорогие зрители и гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Речкалова, город Ростов-на-Дону. Видео у нас сегодня от нашей добывающей компании. Видео более чем бюджетное. Большая часть будет все по 1000 рублей, серьги по 1500 и по 2000. Но остальное я все покажу и расскажу. Это швензы серебро по 600 рублей. И швензы Низельбер, вот так это все выглядит, по 100 рублей. Смотрите, швензы Низельбер на мелкую и среднюю мочку ушка. Вот так, видите, вот такая разница. То есть, если мочка высокая и плотная, то лучше вот такие серебряные швензы ставить. Значит, у нас сегодня будут колечки, подвесы, из которых можно будет сделать серьги, непосредственно серьги и тоже подвесы. Итак, давайте вместе посмотрим это все. Аквамарин, размер 16,5, 1000 рублей. Аквамарин 17 размера, вот два вот таких колечка. Аквамарин размер 17,5, вот так, по 1000 рублей, все по 1000 рублей. Размер 18, аквамарин, это все Забайкалье, 18 размера, по 1000 рублей. И есть у меня пара колечек, размер 18,5, все по 1000 рублей. Далее, вот такие подвесы. Прозрачные, живые, вот так. Да, они немножко разной формы, но, вы знаете, из них можно, ну, скажем, сотворить серьги. Так, чтобы вас... Ой, все порушило. Чтобы истинный размер стал понятен, вот смотрите, камни примерно полтора сантиметра. То есть серьги у вас будут, ну, 2,5 сантиметра. Вот так. Это подвесы, они по 1000 рублей можно сделать серьги. Так, это первая пара была. Вторая пара. Вот так. И остальные подвесы непарные и прям, ну, прям совсем непарные. По 1000 рублей, пожалуйста. Я могу продать как подвесы, все, пожалуйста, все по 1000 рублей. Вот такой кристалл у меня есть, аквакристалл, все по 1000. Так, с аквамаринами мы закончили. Турмалины. Ну, это отдельные подвесы, но можно из них, наверное, тоже сделать серьги. Наверное, я не настаиваю ни на чем. Все по 1000 рублей. Вот эта пара, пожалуй, больше всего претендует на вот действительно парные серьги. Можно вот подвесы по 1000 рублей. Пара будет стоить, соответственно, 2000.
Вот такая очень интересная пара. Смотрите, форма разная, а они прям близнецы-братья. Опять-таки, я ни на чем не настаиваю, просто показываю. Подвесы по 1000 рублей. Вот такая пара. Можно все отдельно. 1000 и 1000. Все, пожалуйста. Значит, вживую камни на порядок ярче, чем их показывает камера. Вообще турмалины камера вот белесами показывает. Вот это вообще нет цвета от слова совсем. Вот они прозрачные, они играют и перламутровые. Но вживую они у меня сиреневого цвета. Ну, а здесь камера показывает вот что может. Еще два подвеса. Ну, в принципе, можно и в сережки их. Так, еще пара. Вот это, наверное, более на пару похоже. Смотрите. Вот так. По крайней мере, не спорят. Подвесы по 1000 рублей. Так, колечко размер 18. Колечко с полихромным турмалином стоит 1000 рублей. Так, еще подвесы. Да что ж такое? Что ж падает-то? Вот так. Тоже они сиреневого цвета. Камера их, по-моему, больше коричневого показывает. Все по 1000. А вот эти два подвеса показываю рядышком. Вы знаете, вот у них одинаковая форма, но разные по цвету. Наверное, тоже, может быть, можно их объединить. Так, и два подвеса прям отдельно. Отдельно. Это вот такие замечательные по 1000 рублей. Так, кварц-волосатик. Пара, согласитесь, ну, очень похожа. По 1000 рублей. Тут тоже даже с закрытыми глазами. То есть, это пара чуть-чуть по форме разнятся. Все по 1000 рублей. Пара, это значит 2000. Вот такие очень интересные вот цвета меди. По крайней мере, и форма одинаковая, и цвет рутила тоже одинаков. По 1000 рублей. Ну вот, тоже можно как пару. Так, и последняя вот такая пара. Не очень большие, но пузатенькие, славные. Будут, я думаю, радовать свою хозяйку. Есть у меня несколько прям подвесов, отдельных подвесов. Вот такой, вот такой. И вот такой подвес. Прям это отдельно. Так, все по 1000 рублей. Так, ну давайте серьги начну отсюда показывать. Кунцит. Великолепнейший, с эффектом кошачьего глаза. Полупрозрачный, вот с такими швензами. 2000 рублей. Кунцит есть еще вот с такими швензами. Смотрите, на любой прокол и на любую мочку. Камера тоже его выбеливает. Вот что-то показывает, а что-то не показывает. Вот. Мне кажется, все-таки это зависит от химического состава. Так, по 2000 рублей любая пара. Далее, вот такие аметисты. 2000
рублей. Масштаб, смотрите, больше 2 сантиметров камень. То есть 3,5 примерно будут серьги, даже под 4 сантиметра. Так, аметист у меня 1 пара. Дальше лепидолит 2000 рублей. И еще 2000 рублей. Так, и лабрадор по 1500 рублей. Смотрите, вот здесь одна сережечка вот оранжевая, а вторая синенькая. А вот видно, что кусок один. Вот он. Вот, видите? А серьги разные. Ну, так бывает. 1500 рублей. 1500 любая пара. Вот зеленым. Зеленым отливает. Это будет 2-я пара. 3-я пара. Смотрите, вот такая. Вот, вот, синенькая. Это 3-я пара у нас с вами будет. Так, 4-я пара. Тоже зеленая. Видите? 5-я пара. Голубые. И 6-я пара. Тоже зелененькая и голубая. Вот так. Так, ну, далее. Так, не показала, простите, браслет. Вот такой браслет. Размер от 19, от 18,5 и до 20. Размер большой. Вот так. Ну, в принципе, можно, наверное, я думаю, и снять, наверное. В общем, 5500 рублей стоимость этого браслета. 5500. Так, турмалины. 2500 рублей. Красота из красот. Еще 2500 рублей. Сложно показывать турмалины. Вот правда, на солнце они одни, в тени они другие. Это по 2500 были. Так, 3000 рублей. Красота из красот. Так, вот из этих двух можно составить серьги, если кому-то будет интересно. Они прям могут представлять пару. Этот, наверное, все-таки отдельный. Так, вот эти два тоже могут претендовать на пару. Это все я показываю по 3000 рублей. Значит, чтобы понятны стали масштаб этого мероприятия, смотрите. Под 4 сантиметра только высота. Высота подвесов 4 на, ну, больше 3. Вот такая красота. И вот так они тоже могут составить пару. Так, и еще один подвес. Вот так это все. Так, это все были по 3000. Смотрите, осталось у меня одно колечко с казахстанской бирюзой. Стоимость его 3000 рублей 18 размера. Вот так будет на вашей ручке. Так, показываю по 3500. Это тоже
могут быть парой. Так, и под весом к ним тоже может быть вот такой шикарный. Смотрите, смотрите, какие великолепные. Красавцы. Представляете, какие серьги будут? Так, а вот это у меня набор. По крайней мере, пришел как набор, но если вдруг кому-то нужны будут, может быть, отдельно серьги, отдельно подвес, давайте обсуждать. 3500. Одна штучка. То есть подвес, простите, набор стоит 10500 рублей. Великолепнейшие, просто великолепные. Смотрите, вот такая прозрачность. Фантастические серьги. И масштаб, опять-таки, вот 5 сантиметров их длина. Ширина, ну, почти 4 сантиметра. 3,8 сантиметра. Ну вот на этом и все. Вот на этой паре я и хочу и закончить. Вернее, тройке хочу закончить свой сегодняшний показ. Набор стоит 10500 рублей. Будьте здоровы. Всего вам самого-самого доброго. С вами была Татьяна.